да.
Thank you.
Какой хороший смех туда. Нет.
Thank you.
ты будешь делать, чтобы попасть хоть раз? Thank you.
Миша, а что ты меня вообще притащил? Подожди, на тебе твои вещи. Yeah.
Ветераном, ветераном. Молодежь. 53-й, да? Да. Сейчас 54-й, 53-й доминирует. Я самый старший у вас. Тут какого? На каждом турнире, с 50-го. Я как не посмотрю светку, я самый старший. Ну ты в следующий год уже переходишь. Не, я просто говорю, что с молодежью уже, уже тяжелее, если они играющие, а если еще и бегают. Поэтому это естественно. В следующем переходишь, это все так номинально. Все переходят. Игроки остаются те же. Нет, но все-таки. Конечно. Конечно, это не с 54-м годом играют. Семидесятники. Мне еще до семидесятников. Хорошо, хоть ты не орешь, блядь. Я и за счетом следишь. Хорошо, молодец. Еще и счет перепутал, блядь. Слышишь вроде хорошо. Так не, ну у нас, по-моему, с тобой все нормально, за исключением этого мяча, но я тебе уверен был, что там аут был. А он с 70 сантиметров, 50 сантиметров. Он прямо передо мной упал, я поэтому его сразу отмел. Не-не-не. Ну вот, ну не то. Это я же в стране. Ничего не буду.
один.
Thank you.
пригласи судью.
как? Yeah.
едет.
Я бы хотел все сыграть и отказаться. Есть вообще у меня рука. Вот. Ну что-то потом думаю, да, я сыграю, потом смотрю, ты что-то стал проигрывать. Думаю, ладно, что тогда потерплю. Нет, ну хорошо играл, все, но не знаю, потом... Я выиграл, Минкевич выиграл 2-6, 6-1, 6-1. Минкевич. Да, ну, я первый раз, может, за 2 года с больной рукой, и я потерпел, я, нет такого энтузиазма, я уже так, знаешь, так взял, а тут... Решил так и раньше, когда там молодой был, так терпел все, вот вытерпел просто. Себе награду прямо в этом сам, что вытерпел. Не снялся. Да. Саш, ну в общем все равно хорошая игра была, и я в первом сете она равная была тоже. Ты там выиграл, вот, но она такая равная была. Все-таки я там хорошо, я не могу поставить там. Я играл хорошо, мне понравилось. Но потом вот так случилось.